От точечной застройки к комплексному возведению. В Волгограде начинается строительство жилого микрорайона «Санаторный». Дома в нем будут малоэтажными, квартиры по типу эконом-класса. В каждой новостройке индивидуальное теплоснабжение, а в самом микрорайоне помимо жилого фонда возведут ряд социальных и торговых объектов. Кадры с торжественного открытия новой стройплощадки у Светланы Алекбаровой. Это уже не мечта, а реальность. На макете будущий жилой комплекс «Санаторный». Его строительство началось на границе Кировского и Советского районов Волгограда. На территории в 53 гектара планируется разместить 200 тысяч квадратных метров жилья, плюс объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, магазины. Все, как требуют современные стандарты. Здесь не будет централизованных теплотрасс, здесь будут небольшие автономные котельные из расчета на 1-2 дома, что позволит вообще исключить подземные коммуникации, сократить в них потери тепла и в то же время позволит организовать автоматическое регулирование в зависимости от погоды, то есть значительно сократит в целом затраты на теплоэнергию и сократит платежи населения. Это один из самых масштабных проектов в регионе за последние несколько лет. До сих пор была точечная застройка, а здесь целый жилой комплекс. В нем квартиры эконом-класса, доступные для всех слоев населения. И, как утверждают эксперты, идеальны для участия в ипотечных программах. Мы говорим о том, что это все-таки малоэтажное строительство, которое соответствует, значит, эконом-классу. О чем ставит задачу и наш премьер Владимир Владимирович Путин, значит, задачу, которая относится именно к 70% застройки жилья, значит, эконом-класса. Для нашей молодежи, для наших жителей, которое будет доступное жилье. Уже к середине 2012 года будет готов первый квартал жилого комплекса «Санаторный». Это 4 трехэтажных дома, в каждом из которых по 52 квартиры. Светлана Алекбарова, Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».